Работа на самом деле идет даже не месяц, не два, она идет уже много лет. Уже в октябре, уже в ноябре различного рода квазинезависимые международные общественные организации заявляли о непризнании мартовских выборов в России, независимо от их результатов. И любое нарушение, которое будет происходить, будут рассматривать буквально через увеличительное стекло. Независимый общественный мониторинг в январе заявил, что фейкотворчество и хайп сходят на нет. И в этом заслуга самой организации, а также бдительных наблюдателей за ходом проведения выборов. Но выборы 2024 года все же стоят особняком. И эксперты считают, что те, кому это необходимо, могут использовать в том числе методы мошенников. Создают различные фейковые странички, аккаунты, подделывают голоса родственников, друзей. Дошло до того, что они уже используют фотографии и небольшие видеоролики, да, запускают. Мы должны понимать, что, к сожалению, в выборах тоже это может быть использовано. Из распространенных фейков сентябрьской кампании 2023 года наличие приставов и военных комиссаров на избирательных участках. Могут быть и такие. Может вбрасываться фейк, что уважаемые избиратели в какой-либо там из социальных сетей, уважаемые избиратели в таком-то районе, так, на такой-то избирательный участок завтра не будет работать. А он будет работать по другому адресу, поэтому вы сразу идите туда. То есть вот такая ситуация может возникать. И, конечно, люди, которые либо через аккаунты в социальных сетях ознакомятся, либо через мессенджеры внутри, многие из них примут решение и пойдут на тот искусственно созданный участок избирателей, чтобы проголосовать, которого там не будет. И наша же задача, получив такую информацию, быстро отработать. Как в медицине есть правило золотого часа, быстрого предотвращения тяжелого состояния больного, так и с информационным полем, говорят эксперты. Если реакция на фейк будет чуть дольше, чем час, информационная волна пойдет дальше. Чтобы этого избежать, в крае вновь будут работать общественные наблюдатели. Приходят самые разные люди, конечно, большая часть – это люди уже в возрасте. Здесь вопрос мотивации и вопрос времени. Но молодежь тоже есть. По крупным населенным пунктам, по Бийску, Барнаулу, Рубцовску молодежь доходит до трети. Мониторинговая группа общественного наблюдения в крае уже работает. Пока никаких вбросов, которые могли бы повлиять на подготовку к выборам, не выявлено. Хотя достоверность дистанционного голосования многие, скажем так, недоброжелатели из-за рубежа уже давно ставят под вопрос. Ну а реакция группы мониторинга на фейки, а в ежедневном режиме по краю работают от 8 до 10 человек, уже давно принята и будет такой. Если эта фейковая информация как раз влияет на избирательный процесс, то, конечно же, будет возбуждено уголовное дело и по данному факту будет вестись расследование. Штаб общественного наблюдения за выборами будет располагаться в стенах Шишковки. Телефон горячей линии по всем обнаруженным фейкам и нарушениям просят сообщать именно туда, уже работает. И он на ваших экранах. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком.